На дорогах Анапы усилены меры контроля при транспортировке опасных грузов. К ним относятся легко воспламеняющиеся и агрессивные вещества. Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия под условным названием «грузовик». Отделом технического надзора ГИБДД города Анапа проводится контрольно-профилактическое мероприятие «грузовик», в рамках которого мы останавливаем, проверяем транспортные средства грузовые, проверяем наличие у них приборов контроля режима труда и отдыха водителей, это тахографы. Проверяем техническое состояние транспортных средств, хотя бы визуально, так, что они способны передвигаться, чтобы обеспечивали безопасность дорожного движения в сфере автотранспортных перевозок. Контролируем наличие перевозки грузов как в документальном формате, так и наличие перегруза у транспортных средств. В данном случае остановили вот опасный груз, который везет транспортное средство, почему-то вот без включенного оранжевого маячка, и по комплектации тоже есть недостатки небольшие. Соответственно, привлекаем к административной ответственности как физических лиц, должностных лиц, так же и юридических лиц.